Так, заход дубль 2. Кстати, сбор данных лучше тогда. И так бегают, просто офигеть не встать. Надо посмотреть будет, что там у нее, что такого хорошего, почему ее все так бегают. Надо будет поменять описание. Забавно. Бляха-муха. Что потестить, кстати. Так. Либо нехер. Сам надеюсь, никто конструкторов не пошел, хотя по усилению на конструктора.
Я здесь постою. Мне хорошо. Да что ты? Как набиться-то не может. На меня серьезно. Я зомби крошил, крошу и крошить буду. Иван, прям Иван, прям русский. Понятно. Единоличный чай. Ну и разбирайтесь сами. И строить. Долбоёб. Сказочный причем. Вы своим строительством сейчас руините награду, если что.
тупая вот цель вот тут вот построил. Эту херню. Ну-ка, где? Ага. Я усилять не буду, я выстрелю и все как-то. Нужны запчасти убить его маленького. Берешь так в дырочку прям. И все, а следующая орда. Так.
Мушкет, конечно, не должен так далеко бить, но ладно. Это же Fortnite. Серьезно? О, я нашел карту. Окей. А где она? Сука, где карта? А, говорит, добавлено в ваш инвентарь. Бляха, как вы могли пропустить втроем? С одной стороны стоите и, блин, пиздец. Это же трэш. Поехала. Вообще красота, на самом деле, вот солдатам это чуть. Ну вот именно этим солдатам. Этим составом. Я не пропущу, не думай даже. Не, ну ладно, я в соло, но как какие-то трое пропустили? Если втроем стоять, защищать одну сторону. И проебать. Это очень профессиональный проеб. Двух файлов.
Сейчас мне нужно язык поменять, во-первых. Угу. Бляха-муха. Так не получается. Ну ладно. Еще секунду. Ой, а чё у меня ж чаёк здесь стоит, ё-моё. Хотя чаёк пить просто так вообще не круто. Защеканец. Проданных Вакуцаевича сражение с бурей. А квесты выполнить? Ой, да. Лежи. О, фасе очередной. Ой, да не обосраться бы и не встать. Приняли заявку. Да нахер мне ваши заявки, типа, теперь приняты. Вот серьезно, типа, люди, которые...
игнорировали сообщения, типа. Кто-нибудь это не игнорировал, по-моему. Ну ладно. Так. Вы заберетесь теперь. Кстати, у ангела 50 фолловеров уже. Теперь нужно сделать стабильный онлайн, и можно будет нафигачить. Как это сделать? Не понял. Можно он нет? Мне не поиск нужен, так. Да. Нет, не то. А как это работает, тогда мне интересно просто. Просто я вот, допустим, ну, не хочу с этого аккаунта, как мне аккаунт поменять. Потом разберусь. Иначе эти додики никогда не заведут метеозонд. Как можно столько ковыряться и не начать заводить грузовик? Даже не начать. Это пипец. Так. Чем вы все это время занимались просто?
ладно, один этим занимался, а второй сделал. Здесь вот потянете. Просто чтобы сразу завести, не париться. Все, поехали. Так, красиво. Так, поехали. Говорю, поехали. Говорю, поехали. Она мне не слушает. Я только оттуда отошел, не умудрились как-то же.
Как вы умудряетесь? Я просто не понимаю. Ну-ка. Как много действий, как оказывается, надо сделать, чтобы все это дело пропустить. За ногу зависло все. Так, столько раз промахнуться, молодец. Что так, вещая в долину. Никогда так тускло и уныло, по-моему, не было. О, народ подъехал. Здорово, народ. Здорово, народ. Сегодня тут как-то народу нема вообще.
Расскажите хоть, что у вас случилось, что у вас нового, что у вас, как у вас день проходит. А тут что-то как-то вообще 6-6. Люблю эти долгие загрузки. Давайте что-нибудь побыстрее. Почините это как-то. Можно убрать это быстро? Спасибо. Хер. Да, она еще не скоро сломается. Что ты мне брешешь? Прыгунец, обновить страничку. Как обновить страничку? Сложно, непонятно. Проще. Так, мне нужно что сделать. В настройках поковыряться. Ошибка сети нужна. Сколько у нас порталов уже? 3. Чё так мало? Мысли.
Все, пара гранат, и они лежат. Не, ну а чё бы и нет. Да. Скотина. Да почему ошибка сети-то? Ты дурак, что ли? Какая нафиг ошибка сети? Опомнитесь, батенька. Подумать. Он с Томпсоном ходит, ну ё-моё. Ты галочку одну поставил, у меня не грузится, короче, почему-то пишет по сети. Надо переподключить Wi-Fi. О. Можно заниматься своими делами. Дополнительный портал уничтожать пока не буду. Пусть ребята сами этим занимаются. А я займусь тем, чем займусь. Грузись. Я пока на планшке поковыряюсь. Чё бы и нет. Во, так вот стало более-менее отображаться. Бляха, вот смотрел одного чувака, он лично так закупленного был, похоже. А сейчас больше не похож. Раньше прям вообще вот один в один. Чё, я-то сразу ничего и не активировал, алё. Отстаньте от меня. Не сюда, сюда, наверное.
Не то надо. Патрульное управление. А, ну как-то так оно работает, да. Не знаю, короче, как это работает. Ну как-то это работает. Одного не могу понять, почему все видео отображается, все равно не должно отображаться. Ну ладно. Чего, блин? Тут это дело еще выполняет. На самом деле, пиндец почему-то какой-то такой сонный сейчас. А вот. А что вы все закончили? Ой. А мост не просто не подпишет. Твоей энергии не хватает. Болен и устал. Так. Нет, не я. Черт. Не знаю, почему так работает. Вот тут нет, тоже не помню, он был таким ущербным.
Аллилуйя. Я не понимаю. Вот честно. Ладно. Пойду я все-таки. Давайте. До встречи. Там, правда, никого не было, там я с планшикой и типа. Я с айфона. Больше никого не было. Ну, спасибо, что заходили на YouTube, чекали видеозапись, если это так. Пока.